Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства МВД России по городу Тюмени совместно с представителями казачества в ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли на территории областной столицы выявили 4 факта незаконной торговли. Граждане, не имеющие государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляли торговлю трикотажными вещами, оптикой и другими товарами. С продавцами проведена разъяснительная беседа о недопущении торговли в неустановленных местах, а также составлены протоколы об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации». В ходе рейда из оборота изъято более 250 единиц товаров на сумму свыше 170 тысяч рублей. Подобные мероприятия полицейскими проводятся регулярно и в дальнейшем будут продолжены.